Вот. Шоколадное мороженое с бананом готово. Лежат бананы, никто не ест. Что нужно сделать? Приготовить вкусный десерт. И всего два продукта: банан и какао. Для начала берем банан, очищаем. Этим способом вы можете сохранить себе банан. Допустим, купили там штук 10, взяли и убрали в морозилку. Вот сейчас я их порежу мелко-мелко. Чем мельче вы их порежете, тем легче будет вам готовить десерт. Вот прям вот такими маленькими кусочками режем банан. Один банан я порезала, и желательно, вот я всегда так делаю, один банан заворачиваю в одну пленку. Берем пищевую пленку, выкладываем банан тонким слоем. Вот знаете, вот так же я делаю фарш. Когда делаю заготовки фарша, тоже тонким слоем, чтобы это быстрее размораживалось. Это все сэкономит вам время. Мы же все там занятые, ни у кого нет времени даже ролик до конца посмотреть. Все, уложили одним слоем. Хорошо завернули. Вот так. И вы знаете, еще дополнительно я уберу в мешочек, понимаете, чтобы вот банан не впитал запахи, чтобы банан не впитал запахи морозилки. Вот так. Ну, я буду готовить завтра два банана. Сейчас порежу второй и уберу это все в морозилку. Итак, мы достали бананы из морозилки. Пусть они полежат минут 5-7, чтобы чуть-чуть смягчились, и тогда будем взбивать. Вот слегка они смягчились, вот такого состояния. Напомню, что у нас здесь 200 грамм. Такие у нас были небольшие бананы. Все, выкладываем в чашу блендера. И теперь взбиваем блендером. Так, банан мы взбили. Вот такая масса получилась. Достаточно такая тягучая, не тягучая, кремообразная масса, очень похожа на мороженое. И вот теперь сюда мы добавляем 2 чайные ложки какао. И вот прежде чем еще раз взбить, вы какао вмешаете в эту массу. Чтобы она не разлетелась, такой пылью не осела у вас на кухне. Так, и теперь мы еще раз будем это дело взбивать. Лопатку далеко не убирайте, вам нужно будет счищать. Если, конечно, у вас чаша более широкая, вам будет, конечно, удобней. Так, что не домешалось вручную, девочки? Получается, вы знаете, такое очень похоже на шоколадное мороженое. И порционно выкладываем в посуду. Лучше я, наверное, ложкой это сделаю. И уже ложкой выкладываем порционно. Попробуйте, это очень приятный, вкусный такой десерт на такой перекус. Вполне себе. Вот, шоколадное мороженое с бананом готово. Всем приятного аппетита, худейте с удовольствием. Всем пока!